Кубок губернатора по боксу среди юношей по традиции прошел на базе Центра олимпийской подготовки этого вида спорта и собрал порядка 120 участников из школ регионального центра. На ринг вышли представители 9 омских клубов, а также борцы из районов области – Тарского, Тевриского, Исилькульского, Калачинского и Щербакульского. Юные боксеры соревновались в 15 весовых категориях – от 40 до свыше 80 килограммов. Красного угла ринга Паша Амаян, город Исилькуль, Омской области. Паша Амаян из Исилькуля боксом занимается с увлечением. В течение нескольких лет юноша с успехом выступает на областных турнирах. В этом бою большинством голосов судей победу держал Паша Амаян, город Исилькуль, Омская область. Кубок губернатора Омской области проводится с 2004 года. Для юных боксеров турнир имеет немаловажное значение. За победу в нем присваивается первый спортивный разряд. Кроме того, ребята здесь борются за место в сборной области. Мы можем просмотреть, достаточно хорошо просмотреть вот именно тот резерв, который является нашей основной сборной командой Омской области. Вот. Очень приятно, что приезжает уже из... с регионов Омской области, очень приятно. То есть там развивается бокс. По итогам этих соревнований мы традиционно проводим отбор в сборную команду Омской области среди юношей этого возраста. По итогам 3 дней соревнований выявлены сильнейшие. Нашим лучшим спортсменам предстоит защищать честь Омской области уже на уровне Сибирского федерального округа. Соревнования запланированы на конец января – начало февраля будущего года.